МВД предупреждает. Передвигайтесь безопасно. Электросамокат. Быстрый, мощный, маневренный. Можно взять на прокат. Удобно? Еще бы. Особенно летом. Ездить на нем разрешено без водительского удостоверения. По факту, человек на самокате приравнен к пешеходу. Важно! Число дорожных аварий с участием электросамокатов ежегодно растет. К сожалению, не обходится без погибших. Средства индивидуальной мобильности – именно так принято называть электросамокаты, моноколеса, сегвеи, гироскутеры. Что нужно знать при использовании средств индивидуальной мобильности? Разрешено двигаться по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам в других местах, не предназначенных для транспорта. Нельзя выезжать на проезжую часть дороги. Опасно. Ездить в состоянии опьянения. Разгоняться быстрее 20 км в час. Кататься на электросамокате вдвоем, перевозить крупногабаритные грузы. Пользоваться мобильным телефоном во время движения. Слушать музыку в наушниках. Передвигаться по влажной и скользкой дороге. Имейте в виду. Как правило, мощность электросамоката меньше 4 кВт, а максимальная скорость превышает 50 и более км в час. Однако на спуске он может разогнаться и до 100 км в час. Рекомендуется надевать удобную одежду и обувь, использовать защитную экипировку, а в темное время суток – световозвращающие элементы. Ездить со скоростью, безопасной для себя и окружающих. Спешиваться в местах скопления людей, переходить проезжую часть дороги пешком по пешеходному переходу. МВД предупреждает. Передвигайтесь безопасно.